Тактика Російської Федерації – що менше здобутків на полі бою, то більше фейків і провокацій в інформаційному просторі. СБУ масово затримує колаборантів і ворожих агітаторів, з чиєю допомогою Російська Федерація знову почала тестувати ідею створення Новоросії. Зокрема, за останні дні маємо такі результати. У Києві затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об'єктів в регіоні, а також поширював російську пропаганду через усі можливі в Україні соцмережі. Він співпрацював з російською блогеркою, яка мала свій YouTube-канал. Зрадник відправляв їй відео із місць попадання ракет і снарядів у Києві. Також у нього виявлено координати та фотофіксацію об'єктів Укроборонпрому та Міністерства оборони, по яким було нанесено удари. В Одеській області спецслужба викрила та затримала ворожу агітаторку, яка просувала через інтернет сепаратистські заклики та ідеї «руского міра». Своїми дописами вона розхитувала ситуацію в регіоні, дискредитувала Збройні сили та схвалювала політику РФ. Та головне – підтримувала війну і закликала до зміни державних кордонів України шляхом створення так званої Новоросії. У Львівській області Служба безпеки викрила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Для життєздатності схеми місцевий мешканець підшукав особу, що виготовлятиме фіктивні документи для призовників. Спецпризначенці СБУ затримали організатора під час отримання 20 тисяч доларів за повний пакет для групи осіб. Крім того, на Львівщині за рішенням суду заборонено діяльність всеукраїнської громадської організації «Руський рух України». Представники цього об'єднання здійснювали проросійську діяльність, вели антиукраїнську пропаганду, агітували за зміну конституційного ладу та порушення суверенітету нашої держави. У Вінницькій області СБУ затримала двох потенційних призовників із Полтавщини, які за 3 тисячі євро намагалися підкупити прикордонника у пункті пропуску Могилів-Подільський. Всі зазначені особи затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом. Слава Україні! Ти хоч сит, а де та буд? Ой, сит, а буд, а де? Везде без ліміту. Точно? А то ещё вы где-то остановились так, где в доме, можно и поспать, что ли, да, нормально, на кровати? Ну да, по чуть-чуть но можно. А почему по чуть-чуть? Дозор? Ну. Ясно. Ну, главное, обуты, одеты, это. Ой, обуты, одеты, Лен. Тут они живут, я тебе говорю, уж чем мы. Ну, это понятно. Уже, блядь, во все фирменное одето. Угу. Ну, а что, если, смотри, какой Запад это поддерживает их, как ясно делаешь шмотки и все. Ну, и гражданский неплохо в кроссовках хорошо двигается. Угу. Так вот. Там, наверное, всё. И квартиры, и все, и то есть, да, и дома, слушай, что там, ремонт, мебель, такие, и все, да? Я вот, да, я, блядь, вот прикинул, что... Это, что... это деревня, не поселок, деревня, да, вот где вы? Да, типа поселка, ну, девятиэтажки, поселка. И все, да. И, блядь, послушай, я вот прикинул, чтобы мне так вот свою квартиру обставить, мне надо одному, блядь, ага. Жить еще лет 10, блядь, и не пить, и не курить, и есть, наверное, столовую там в части. Ага. И при том, блядь, ну, смотришь... Ну, скрываем-то все, чтобы за спиной ничего не оставалось, блядь. Угу. По трое, по четверо детей, по двое минимум, блядь. Угу. Вчера, не вчера, а прямо говорили, кто-то ходил там к шаману, сказали, ну, кто-то с нашей роты там, или те родители, кто там, шаман сказал, вся вторая рота целая, живая вернется. Ну, дай бог. Я-то не хожу по шаманам, я вон в церковь бегаю только. Сколько ходил раз? Раз 4 уже ходил. Ходи почаще, я Богу молю, что я задать. Я этот 40-уст заказала на тебя на полгода, чтобы 40 святых молились за тебя. 600 рублей отдала туда. Ну, свечечку домой купила, с батюшкой разговаривала. Там вообще пишут, сколько пленных-то, целая куча. Убитых сколько? Ну, да хуя, уже чуть-чуть. Первую чеченскую столько не было, нахуй, блядь, жертв сколько в этой войне. Обалдеть. Кошмар. Леша, впереди вас-то никто больше не стоит, да? Нет. Вот вы... Как страшно. Сколько еще это продлится-то, я ничего понять не могу. Ну, больно, это же на года потянется, кого говоришь. Самое главное, чтобы менялись.
Ничего не тоже пригнали, бывает, 27 человек же это из Хабаровска. Где это погибло, уродство, нахуй, блядь, там ты... Ну-ну-ну-ну-ну. На их технику, блядь, нихуя себе, были в Сирии, тут вообще ведь не сравнить, нахуй, ебать, там гораздо проще. Петрякова, ты представляешь, это средней тяжести облучения. Че? Ну, облучение средней тяжести у него. А ты думаешь, у меня, нахуй? Вот. Я думаю, что надо потом по приезду все равно лечь куда-то на реабилитацию, хоть, я не знаю, там курс какой-то пройти. Охуеть, прикинь, вот пидорасы, мы там 2 недели стояли, и нас все в бой отправили, пидорасы ебучие, вообще, наше государство, наше правительство вообще, блядь, я вообще их ненавижу, нахуй. Да. Я даже бой, нахуял, как-то не мысли, не оля, уволят прямо оттуда, нахуй. Ага. Ну. Да, надо будет вообще косить больничным с этой щитовидкой твоей. Что я сейчас переживаю так за нее, за эту щитовидку, считай. Там еще нахуй стояли в этой Чернобыльской АЭС. Ну, вообще пиздец, Ну, она мне вчера, Маринка, говорит, он проходил вот эту комиссию полностью, он полностью весь прошел. Ну, вот, видишь, вот у него средней тяжести. Ну, приедешь, будем с тобой вино пить. Да, я тут уже водки выжил, ебало, я вроде ошибаюсь, только не выпил, сколько действует у нас. Ну, как не у меня вчера нос чесался, вообще кошмар. Основная пьемка коньяки, блядь, такая хуйня, джек-бомб, все такие. А ты, Леш, на этой фотке трезвый или нет? Ну, так маленько на волне был.